День железнодорожника отметили накануне в Караганде. Работники железнодорожного транспорта в честь своего профессионального праздника получили грамоты и благодарственные письма. Как все это было, увидела наш корреспондент. Сарсенбек Семизбаев посвятил 40 лет своей жизни железной дороге. Мужчина начинал свою трудовую деятельность с должности монтера. Сейчас Сарсенбек Семизбаев работает дорожным мастером на Балхашской дистанции пути. В день своего профессионального праздника Сарсенбек Семизбаев был награжден высшей отраслевой наградой – знаком «Почетный железнодорожник». Работаю дорожным мастером на Балхашской дистанции пути, Карагандинское отделение. Я поздравляю сегодня день железнодорожника с праздником. В этот день почетные награды и благодарственные письма получили железнодорожники Караганды. Традиционно день железнодорожника отмечается в первое воскресенье августа. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вот благодаря вашему мужеству, профессионализму, самое главное, верному служению своему делу, бесперебойно функционирует вся железная дорога Карагандинской области. По большому говоря, это инфраструктурная основа всей экономики нашей области. Поэтому спасибо вам большое за вашу работу. Желаю вам самое главное здоровья, благополучия и отличного настроения. В день железнодорожника на улицах сортировки были организованы народные гуляния. Все это сопровождалось праздничным концертом. Бакытгуль Укасова, Диас Нурмуханов, Айдос Садыков, 5-й канал.